отличная поза. Так, как у кого-нибудь есть этот зеленый сейчас? По факту он, я бы даже сказал, может быть чуть пожестче, чем почему шею? Пластик? Не без разницы. Одну сделаем вот тут, чтобы вы видели, что неважно какой скребок. Все, понял. Оттягиваем слегка. Смотрите, если шейка вот такой конфигурации, то есть у вас почти что Г-образно, да, вот так, чик-чик, неудобно в одно движение делать. Тогда вы делаете сначала вот тут зону, а потом вот тут зону. Если клинчики более вот такие, покатые, тогда можно в одно движение. Раз, раз, раз. Здесь удобнее будет вот так. Уже больно? Уже больно? Это поглаживающее движение. Это такое пока что, да. С любовью. Уже болит? Нет, пока. Еще терпимо? Я готовлюсь. Да уже все произошло. Что надо было? Это, конечно, да. Легче, да? Наташа, легче. Вот. Синчок сделали, да? При этом ни писка, ни визга. Спокойно, вот даже с улицы пришел человек, не знает, к боли не готов. Здесь делаем вот так вот. Девочки, тут достаточно понять смысл этой работы, чтобы эти нажим приличный. Нажим такой уверенный. А мне больно, но руку хочется убрать. Откуда не скребок? Вы думаете о банках, легче будет приносить. Да, потом вот этот кусочек. Так же подтягиваем, ну, вот таким движением. Раз, раз, раз. Прям по прикосновению мышцы. В одну сторону, да? Да. Не больно пока? Нет, не больно, но... Знаете, вот, когда по одному месту. Видите, пока нам человек молчит, можно делать больше. Да, вот синяк перестал. Ну, понятен, да, принцип? Жиг был, жиг потом тут, 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 все вот так подразукрасили. Нужно где-то более точечно, значит, уголочком вот так. Вот, допустим, вот тут, да? Получается, кожа должна вся покрыться синяками. Ну, не в идеале. Чувствительный уголочком, я скажу вам. Ну, тут больше 30 не будет. Тут у нас не да, уже все, уже все. Молодец, пошел. Молодец. Все. Так, лопатку как получится? Или так, 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 так. Дальше. Спину. Здесь, так, где у нас? Оливыч. Масло поменяем. Благодарю. Здесь плашмя прям, чтобы было меньше движений. Не делайте всю спину в одно движение, неудобно. Разбейте ее на сегменты, на два, допустим. И делайте тут вот, допустим, до родинки и после родинки. Если много, несколько родинок, вот так вот пальцами зажали, чтобы не снести. А у меня там есть родинка? Ну, вот родинка маленькая. А шея это не родинка? Масло, это, не родинка. Не, не, было никогда. А? Все с маслом. Да, и вот таким сегментом, да, вот до сюда, а здесь уже вот такие будут движения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вы считаете, приятно вслух, да, или это вы для нас? Ну, вообще, ну, я обращала бы сразу. Да, точно. Ты бы точно обращала. Я лапу. Нет, все вообще отлично. Очень приятно. Ну, вот. Вообще там уже синяк скоро будет. Мне приятно. Ну тут синяка может скорее всего не будет, да? Вот уже там штук 100 движений сделали, а синяка все еще нету. А почему?
Все лучше, чем в шейно-воротниковой проработанной. Сделали, нету синяка. Дальше. Лопатку вот так, ребра вот такие движения. Здесь вот такие движения. Вот так вот можно брать, или даже вот так вот. Если все устало, да? Если устало, одна рука, другая. Попу как получится, руки прямо вот так. Сначала сюда, потом туда. И также можно прогнать хотя бы вот эти вот маргаринчики, да, сделать? Вот. Маргаринчики. Зачем их назвали маргаринчиками? Не у вас, а вообще у людей. Почему маргаринчики? Ну, не знаю, так и клиентки называют. Это же я первый раз слышу. Так, позвоночник. Если вот он такой гладенький, хороший, да, не торчит никуда, ну, вот прям вот так вот по нему. Если он торчит, то вот специально есть выемка под остистый отросток. Если нету выемки, или она маленькая, тогда вот так. Тут, тут, а потом по остистым отросточкам вот так вот гладящими. Тык-тык-тык, вот так вот. Неприятно, но они все равно проработаются. Вот. Все, в принципе, понятен. Давайте будем тренировать.